Доброго времени суток, дорогие друзья. У нас сегодня 28-й день Сфирата Омер. И это Мальхут Шебенеца. Благородство в стойкости. Мы прошли с вами 6 дней, 6 упражнений. И нужно задать себе вопрос, исходя из всех упражнений, насколько присутствует красота и благородство в моей стойкости, в моем желании достичь цели. Если я сталкиваюсь с проблемами, насколько я понимаю, что я царь, которого выбрал Всевышний, что у меня есть особая сила от самого Творца, чтобы достигать цели. И нужно задать себе вопрос, уверен я в этом, уверен, что я достоин вот этой стойкости, уверен, что я прошел и отработал эти качества. Упражнение на сегодняшний день, как говорится, взять и реализовать на практике хорошее, доброе дело, благородное дело. Вот такое вот у нас упражнение. Хорошего всем настроения и до скорых встреч.